Морская история знает немало катастроф, сопровождавшихся большими человеческими жертвами. Наиболее известные инциденты с лайнерами «Титаник» и «Вильгельм Густав», а также теплоходами «Армения» и «Гойя». Но в их тени находятся куда более страшные случаи массовой гибели людей на море. 25 февраля 1944 года у острова Бали подлодка ВМС США «Решер» потопила два японских судна, на которых, по различным оценкам, погибло от 8 до 12 тысяч человек. Американские подводники внесли весомый вклад в победу над Японией во время Второй мировой войны. Согласно официальным данным ВМС США, их субмарины потопили 1314 судов общим тоннажем 5,3 миллионов брутторегистровых тонн. Фактически истребив японское судоходство на Тихом океане. Однако успехи американцев нередко сопровождались большими человеческими жертвами. Это объясняется тем, что японцы использовали морской транспорт для переброски своих войск и рабочей силы. Одной из самых успешных охотниц на японские конвои стала субмарина «Решер», показавшая выдающийся результат по потопленному тоннажу – 99 901 брутторегистровая тонна. Эта подлодка класса «Гата» была введена в строй в июне 1943 года. После завершения курса тренировок ее командир Эдвард Хатчесон увел «Решер» из США в Австралию, где базировались американские подлодки, действовавшие против вражеского судоходства в водах Индонезии. В свой первый боевой поход субмарина вышла 24 сентября 1943 года из австралийского порта Брисбен. Имея приказ атаковать японские суда в море Сулавеси и Макасарском проливе. Проведя в море два месяца, «Решер» израсходовала все торпеды, отправив на дно три японских судна тоннажем почти 9 тысяч брутторегистровых тонн. После ее возвращения в Австралию Хатчесон был награжден, получил повышение и передал корабль другому офицеру. Новым командиром «Решера» стал Уиллард Лафон, подводник, не имевший большого боевого опыта. Впрочем, это не помешало ему успешно выполнить боевую задачу во время следующего похода субмарин. 19 декабря 1943 года она вышла в море для минной постановки у вьетнамского порта Сайгон, современный Хошимин, в Южно-Китайском море. Но если с минами «Лафон» и его экипаж справились хорошо, то стрельба торпедами стала для них настоящим мучением. 6 или 7 стальных рыбок взорвались раньше, чем достигли цели.
Лишь 4-5 января 1944 года Решер сумела повредить один танкер, а затем потопить другой. Однако дальше торпедный кризис продолжился. Последняя торпеда, на которую подводники возлагали большие надежды, взорвалась через 20 секунд после пуска. Как отмечал впоследствии исторический отдел штаба ВМС США, к концу этого похода команду Решер мучили ночные кошмары о неисправных торпедах. Вернувшийся 24 января в австралийский порт Фримантл, подводники уже слабо верили в эффективность своего оружия, с унынием ожидая начала третьего похода. 19 февраля Лафон снова вышел в море. На этот раз Решер вместе с подлодкой Реттен предстояло охотиться на японские конвои в Яванском море и море Сулавеси. Рано утром 25 февраля обе субмарины прошли пролив Ломбок и достигли района севернее острова Бали, где пролегал судоходный маршрут между Яванским портом Сурабая и островом Амбон, Малукский архипелаг. Как отмечает американский историк Блэйр, к тому моменту Реттен и Решер были оповещены разведкой о выходе из Сурабаи японского конвоя. Но отчет Лафона о третьем походе не содержит об этом никаких отметок, кроме упоминания, что лодки встретились в 16:17 того же дня, и их командиры обсудили совместные действия по поиску и уничтожению целей. Это позволяет предположить, что залогом последующего успеха стала удача Лафона, а не сообщение разведки. В 16:50 субмарины расстались, продолжив патрулирование у Бали. К этому моменту погода начала портиться. Пошел дождь, видимость ухудшилась. Несмотря на это, спустя полчаса сигнальщики Решер заметили два транспорта в сопровождении двух кораблей противолодочной обороны. Лафон решил не сближаться с ними, а обогнать конвой и занять позицию для атаки прямо по его курсу. Дав полный ход, субмарина начала гонку с японцами. Но вскоре видимость улучшилась, и Решер пришлось отдалиться, чтобы остаться незамеченным. Тем временем Лафон сообщил на Реттен, что он преследует противника, но атаковать будет только после 18:42, когда сядет солнце. Проходя мимо конвоя, американцы отметили, что самый его крупный транспорт идет чуть впереди другого. Лафон выбрал это судно своей первой целью. Отказавшись от атаки эскортного корабля, находившегося ближе к лодке, в 19:43 Решер заняла позицию для стрельбы и выпустила 4 торпеды по головному транспорту. В этот момент подводники затаили дыхание, ожидая преждевременных взрывов, но выпущенные торпеды сработали без брака. Цель была поражена. После успешной атаки Лафон взял тайм-аут на перезарядку торпедных аппаратов. Субмарина отошла от конвоя, удерживая радиолокационный контакт с тонущим судном. В это время один из кораблей эскорта изменил курс, повернул к месту нападения на транспорт и описал широкий круг в поисках своего потерянного подопечного. Но тот уже скрылся под водой. Час спустя, перезарядившись, Решер вернулась к конвою. В 20:53 сигнальщики доложили командиру, что тот движется прямо на лодку. Лафон не смог увидеть его эскорт, так как брызги и дождь били прямо в лицо. Но он поверил им на слово и начал разворачиваться прямо на полной скорости. Спустя несколько минут выяснилось, что атаковать конвой нельзя, поскольку эскортный корабль закрывал собой транспорт. Примерно в это же время Реттен сообщила, что находится в 8 километрах от конвоя и готова помочь, если у Решер возникнут трудности. Лафон ответил, что находится в лучшей позиции и уже готовится к новой атаке. Завершив предзалповое маневрирование, в 21:27 субмарина выпустила по оставшемуся транспорту 4 торпеды. 3 из них поразили цель. На мостике лодки видели взрывы и огромный столб черного дыма с обломками. После уничтожения второго судна, означавшего конец японского конвоя, командир Решер отправил на Реттен сообщение,
целей больше нет. А сами уходим из этого района, извинившись, что съели все лакомые кусочки. После этого Решер продолжила патрулирование Яванского моря, доведя счет до 4 потопленных судов, общим тоннажем почти 20 тысяч брусторегистровых тонн. 4 апреля 1944 года субмарина вернулась во Фримонтл, завершив свой третий боевой поход. Командование ВМС США высоко оценило его результат, наградив Лафона военно-морским крестом. Казалось бы, уничтоженный американцами японский конвой можно счесть обычной жертвой подводной войны на Тихом океане. Однако это не так, поскольку вместе с транспортами погибло огромное число людей. 24 февраля 1944 года из Сурабаи вышли японские суда «Рюсеймару» и «Тангамару» в сопровождении двух тральщиков и вспомогательного корабля противолодочной обороны. Конечной точкой маршрута этого конвоя был остров Амбон, куда он должен был доставить военнослужащих из различных частей японской армии и рабочую силу, необходимую японцам для строительства военных объектов на архипелаге. Но на свою беду у острова Бали японские суда были перехвачены и атакованы субмариной Решер. Первой жертвой Лафона стал транспорт «Тангамару» – судно с интересной судьбой. Оно было построено в 1925 году в Германии как «Рейнсбург» для немецкой пароходной компании, обслуживающей дальневосточные и австралийские линии. После нападения Третьего рейха на Нидерланды в 1940 году «Рейнсбург» был конфискован голландцами, поднявшими на нем свой флаг. После захвата японцами острова Ява в августе 1942 года судно стало одним из их трофеев. Его отремонтировали и ввели в строй под японским флагом, переименовав в «Тангамару». На момент торпедирования на нем находилось более 5000 японских солдат, а также около 3500 ромуша, местные жители, мобилизованные по трудовой повинности японскими оккупационными властями, и военнослужащих, в основном голландцы. По различным оценкам, из них спаслись от 11 до 500 человек. Судьба пассажиров второго судна конвоя «Рюсеймару» оказалась не менее ужасной. Этот транспорт вез на Амбон свыше 6600 человек, 1244 японских военнослужащих, 2865 индийских военнослужащих и 2559 ромушек. После 3 торпедных попаданий судно переломилось пополам и затонуло. По японским данным, на «Рюсеймару» погибли около 5000 человек. Список морских катастроф, унесших множество жизней, пестрит названиями судов, погибших во время Второй мировой войны. Этот скорбный перечень возглавляет немецкий лайнер «Вильгельм Гуслов», потопленный советской подлодкой С-13 в январе 1945-го. Ранее считалось, что на нем погибли свыше 5000 человек, но сейчас немецкие исследователи полагают, что жертв было намного больше, до 10000 человек. Следом идут немецкий теплоход «Гоя», британский лайнер «Ланкастрия», советский теплоход «Армения» и немецкий лайнер «Кап Аркона», число погибших на котором оценивается от 4 до 7 тысяч. Японские суда «Рюсеймару» и «Тангамару» в пятерку самых кровавых катастроф на море не попали. Причиной тому стало расхождение в мнениях американской и японской сторон по поводу числа жертв атаки «Решер». По японским данным, вместе с «Тангамару» могли погибнуть более 6 тысяч человек. Американцы же считают, что жертвами стали от 3 до 3,4 тысячи человек. Таким образом, общие данные по погибшим на том конвое колеблются от 8 до 12 тысяч человек. Как бы то ни было, но 25 февраля 1944 года стала датой одного из самых кровавых инцидентов морской истории, а воды острова Бали, местом морской катастрофы, обогнавшей по жертвам «Титаник» в 10 раз. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал.
Впереди вас ждут новые ролики. Всего вам доброго.